Мы вернемся на биржу Санкт-Петербург. Ну что ж, получается, российским игрокам валютного рынка также было о чем подумать на прошедшей неделе. По словам финансового аналитика Сергея Костенко, интересная информация приходила как из-за Атлантики, так и с восточных площадок. Валютный рынок получил неплохую порцию оптимизма, с одной стороны, благодаря поступившим слухам от аналитиков инвестиционного банка Goldman Sachs о том, что в ноябре американский регулятор возобновит программу количественного смягчения. А с другой стороны, Центральный банк Японии провел весьма неожиданную для рынка валютную интервенцию. Пара евро-иена очень серьезно выросла, так же как и единая европейская валюта, которая торгуется против американского доллара. И возвращаемся на биржу Санкт-Петербург.